Новый выпуск программы «Вакантное место» рекомендует телезрителям Самары ГИС обратить внимание на подборку июльских предложений рынка труда в выпуске «Вакансии сферы культуры и образования». Также мы продолжаем делиться с вами лайфхаками по созданию правильного резюме. Рекрутеры смотрят на ключевые компетенции, которые есть у кандидата, и на его опыт работы. Встречаемся 23 июля в 19:30.